von Präsident Lukaschenko in Wien. Визит президента Лукашенко в Вену привлек большое внимание как здесь, так и дома. После его визита мы узнали больше о Беларуси, чем до визита. Мы также отметили большой интерес со стороны наших европейских партнеров. Было очень высоко оценено получение информации из первых рук. Визит связал такие двусторонние вопросы, как работа с культурой памяти, гуманитарные вопросы, связанные с Чернобылем, а также затронул экономические отношения между Австрией и Беларусью с более широкой повесткой дня. Визит также подчеркнул, что Беларусь является частью Европы. И наше посольство, посольство Австрии в Минске, будет прилагать все усилия для воплощения договоренности. Mit der Umsetzung der Ergebnisse des Besuchs auseinandersetzen.